Вечевой колокол били в старину, когда созывали людей на народное собрание, на котором решали судьбоносные вопросы. Вечевым колоколом назван проходящий в этом году на Кубани фестиваль православных фильмов. Кинематографисты России, Украины, Белоруссии, Сербии представили на суд зрителей свои работы, в которых идет речь о главных жизненных ценностях. Братскую Белоруссию на фестивале представляет режиссер Сергей Котьер. В рамках фестиваля он приехал в наш город на творческую встречу с любителями кино. Подробности в материале Андрея Вишневского. В кинотеатре «Кубань» собрались славянские школьники и студенты. Встретиться с известным белорусским режиссером Сергеем Галиевичем Котьером, кстати, уроженцем Кубани, познакомиться с его творчеством и с первых рук узнать о тех идеях, которые автор пытается донести, познакомиться с закулисьем мира кино, посредством кинематографа получить ответы на животрепещущие вопросы – это дорогого стоит. Вот уже 6-й год приезжает режиссер Краснодар на фестиваль, привозит свои фильмы, а также фильмы своих учеников и коллег. Сергей Котьер считает, что самое главное в творчестве – реакция зрителей, а не призы и награды. Те нравственные законы, которые заложены в православии, они позволяют нам выжить в любых условиях, какие бы катаклизмы ни происходили. И молодежь тоже это понимает прекрасно. Она понимает, что у нее должен быть какой-то стержень, какой-то базис, какой-то фундамент, на котором можно жить, развиваться, воспитывать детей. Славянцы увидели короткометражный игровой фильм ученика режиссера о молодежном протесте, документальные фильмы самого Сергея Котьера об учителях и об отношении к престарелым родственникам. Фильмы не совсем простые по своей стилистике, они требуют сопереживания и размышлений, и все же участники творческой встречи не остались равнодушными. Тебе понравились фильмы? Да, очень. Там рассказывалось о дружбе, о том, что надо заботиться о родных, что надо всегда беречь старших. Ну, фильмы говорят об очень серьезных вещах, то, что надо дружить, уважать учителей, уважать старших, заботиться о маме. До сердца дошло, что надо уважать учителей, потому что, и тем более взрослых людей. Мне очень вообще поразил фильм про бабушку, просто... Да, глубины души тронуло. Такие работы затрагивают самые острые вопросы и задают твердые нравственные ориентиры, опираясь на которые можно жить в уважении и любви к ближним. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».